Всем огромный привет! С вами Анна, и сегодня я хочу потестировать вот эту серию Avon Care. Я обещала вам, когда снимала распаковку, и вот нашла тут место подходящее, и свет вроде так позволяет мне снять. Сегодня будем очищать лицо. Также потестируем вот этот гель и тоник роза. В общем, поухаживаем вместе со мной за кожей лица. Хочу сказать, что линейка Avon Care. Так, у меня сейчас мицеллярная вода. Написано, удаляет макияж, смягчает, очищает с витамином Е 150 мл. Дизайн выполнен лаконично, лично мне уже нравится. Так, не тестируется на животных, сделано в России. И, по-моему, здесь очень даже неплохой состав. Глицерин, парапанденол. Здесь есть натуральные экстракты у нас. Цветов ланицера, флауэр экстракт. Японика флауэр экстракт, грандифлорус флауэр экстракт, эвкоферол, это витамин Е. На самом деле мне состав понравился. Спирта я здесь не вижу. Да, спирта я не вижу. Экстракт жимолости здесь и кактуса. Вот так. Вот, я нашла перевод. И, вы знаете, мне очень понравился здесь состав. Сзади здесь открывается, и все, можно посмотреть. Так что натуральные экстракты здесь есть. Ну что ж, заговорилась я. Так, на мне карандаш. Это Avon карандаш. Тушь тоже Avon Ultimate. Помада у меня какая-то Oriflame, по-моему. На бровях у меня тушь от Ифраше для бровей. Так, ну наносим. Знаете, тут одну штуку посмотрела. Можно это делать вот так. Представляете? И она пенится. Ну, если вы не знали, я увидела у своего представителя на видео снимает. Ну, давайте посмотрим, как это все работает. Я не очень люблю сильно натирать веки, но иногда вот, да, иногда приходится. Смотрите, так. Ну, в принципе, вот смотрите, как оно смывается. Так. Ну, неплохо, я скажу. В целом, неплохо. Так. Смотрите, карандаш, все тут удалилось, да? Так, ну, помаду. Помаду, мне кажется, посмотрим. Слушайте, ну нормальная вода, глаза не щипят, смотрите. Можно делать пенку, можно не делать. Мне понравился такой метод, и мне показалось, что очень классно. Прям пенкой наносим вот так на глазик. Так, ну смотрите, вот вы все сами видите. Надеюсь, освещение так более-менее. Можно немножко сначала подержать, и потом, ну как бы все равно в любом случае какие-то движения. Смотрите, нормально все стирает. Теней нет у меня, вот только тушь и карандаш. Слушайте, классно, мицеллярка. Смотрите, как у меня по глазам. Ну вот так вот на первый взгляд вроде ничего не щипит. То, что они кажутся красные, они у меня, в принципе, не красные. У меня здесь красная плитка в ванне. И, ну, давайте тогда уже все лицо сейчас очистим. И вот, как бы, сами смотрите, вот так это выглядит. Угу. Сейчас, ну, в целом, ощущения приятные. Запаха никакого нет. Давайте я в конце потом сфоткаю состав. Там есть с переводом состав. Ну, смотрите, вот я свое лицо очистила. Сейчас будем пробовать гель. Так, ну, надеюсь, вода вам не помешает. Я буду, в общем-то, умываться этим гелем. Так, гель освежающий для умывания, для всех типов кожи. Так. Вот такой вот он. Здесь экстракт кактуса. Угу, витамин Е. В общем, тут даже сзади есть перевод. Понятно. Так, средство у нас вот такого оттеночка. Такое вот, смотрите, довольно-таки густое. Запах какой-то очень даже нейтральный. Освежающий гель. Посмотрим, как он сейчас нам освежит. Он такой консистенции, как... Даже не как гель, а знаете, как, ну,
давайте попробуем его вспенить. Ну, пока что мне все нравится. Смотрите, как он не сильно пенится, я бы сказала. Ну, наверное, вот так. Кремовая такая текстура, но я не люблю кремовые умывашки. Мне надо все-таки какой-то гель. Ну, смотрите, сейчас смою. Сейчас я смою и вернусь к вам. Ну что, я смыла. На лице не осталось, ну, никакого неприятного ощущения. То есть, как бы, у меня кожа жирная, и я люблю, когда она хорошо-хорошо очищена. Мне пока все очень даже нравится. И, знаете, давайте сразу хочу сравнить. Это на самом деле, походу, один и тот же тоник. Здесь у нас только 100 мл было, а здесь 150. И, кстати, даже очень хорошо. Посмотрим, как они по цене потом будут. Состав роза там и роза там. Я сравнила, составы одинаковые. Так что, если вы пользовались этим тоником, то этот тоник, я думаю, вам должен подойти. Он тоже с розой. И также он... Вот, этим я сейчас на постоянной основе пользуюсь. Прям уже второй или третий тюбичек. Хороший освежающий тоник. И главное для меня это, что он без спирта. Давайте сейчас попробуем и этот. Мне оформление все нравится. Ну и запах, да, запах, как бы запах похож. Ну слушайте, все классно, все хорошо, меня все устраивает. Я, конечно же, сейчас еще буду, наверное, мыться, потому что ночной уход я наношу еще сыворотку обязательно. То есть уход сейчас я вас вам весело не буду. Скажу свое мнение. В общем, вообще классная линеечка. Все мне нравится. Тоник понравился. От мицеллярки глазки не щипало, ничего. Конечно же, это все индивидуально, но в целом, как бы, я осталась довольна. Надеюсь, мой отзыв и обзор новинок был вам полезен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.